Всем привет! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Я 7 лет являюсь участницей проекта «Всем миром». И сегодня я расскажу вам про план действий новичка. Это будет у меня третья часть моих видео. Предыдущие вы можете найти на моем канале. После того, когда вы оказали финансовую помощь и получили статус бизнес, вас перекидывает на базу знаний план действий новичка. Что вам нужно делать дальше? Вам нужно заполнить свой профиль, персональные данные, привязать соцсети к аккаунту и добавить свой аватар. Далее вам нужно присоединиться к сообществам «Всем миром». Это официальная группа ВКонтакте, это страничка Facebook, Twitter, Telegram, канал Telegram и YouTube. Вот как выглядит официальная группа ВКонтакте. Обязательно нажмите на колокольчик. И здесь у нас кликабельные кнопочки. Новостная рассылка. Обязательно на нее подпишитесь и узнавайте новости первым. Далее чат участников проекта «Всем миром». Вот чат участников Whole World. Здесь вы можете общаться, добавлять свои видео о проекте «Всем миром», добавлять своих участников, а также подписаться на новостной канал «Всем миром». Вот как он выглядит. И узнавать новости из первых уст. И подписаться на официальный канал YouTube. Вот как выглядит официальный канал YouTube. Здесь вы можете посмотреть главное, какие видео, какие у нас плейлисты, сообщества. В общем, полистать. Здесь очень много моих роликов, отзывы моих партнеров, моих родителей, ну и, конечно же, всех остальных партнеров. Третье. Узнайте, как обратиться в службу поддержки. В процессе работы у вас могут возникать вопросы или проблемы технического характера. Не стоит об этом переживать. В любом случае, вам обязательно помогут. Вот здесь кнопочки кликабельные. Перейти к этому материалу. Изучите информацию о компании. Для того, чтобы в процессе своей деятельности вы могли правильно и грамотно отвечать на вопросы партнеров, изучите основную информацию о деятельности «Всем миром». Пятое. Ознакомьтесь с разделами вашего личного кабинета. Конечно же, вам нужно посмотреть презентацию «Всем миром», которые проводятся каждый четверг директором проекта Александром Комиссаровым, и знать, как работает система. Шестое. Создайте свою уникальную ссылку. У вас уже имеется персональная ссылка на общем домене Whole World. И вы можете создать еще одну уникальную ссылочку на домене .ru. Это бесплатно. Ну а на других доменах, например, .com, это уже платно. И начните передавать благотворительную эстафету. Для того, чтобы ваша партнерская структура начала расти, а вы, в свою очередь, начали получать денежные переводы, просто начните рассказывать людям о проекте. Примените рекомендуемые методики работы. Вы также можете узнать здесь в базе знаний. Всем пока, до следующих видео!